Здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Сегодня весь день ковырялся с табличкой, которую я вот анонсировал в предыдущем видео. Это кошмар, честно говоря, потому что разобраться с тарифами брокерскими простому человеку очень-очень нелегко. Сейчас я продемонстрирую вам, что это такое примерно, чтобы вы представляли. Вот смотрите. Вот сейчас вы видите, как выглядят тарифы открытия брокера. Ну, я выбрал тариф универсальный. Здесь все очень, в принципе, классно сделано. Смотрите, ну, очень доходчиво. Фондовый рынок, потом валютный рынок, срочный рынок и так далее. В принципе, все достаточно удобно. Но если мы хотим посмотреть подробно, полная разблюдовка всех тарифов и всех сборов брокерских, оно выглядит примерно вот так. Все тарифы, вот они. И мы листаем. Это такой документ. Такой же документ я видел в БКС, такой же документ я видел в Финаме. Такой же документ примерно, где еще я видел, не помню, вот, в каком брокере. Вот, смотрите, тариф. Тарифные планы универсальные. Дальше описание, посмотрите. Здесь какие-то формулы, здесь... 0,057, куча примечаний. Все это надо прочитать, потому что дьявол кроется в деталях. Вот здесь где-то там в конце, ну, например, в Финаме, в конце приписка, значит, там, но не менее чем 41 рубль 30 копеек. Где ты ее накопаешь, эту? Валютный рынок там, то же самое. И вот посмотрите, формулы. Что я хочу показать, как я сделал, в принципе, табличку. Вот она, табличка. Посмотрите, здесь уже все более-менее нормально у меня получается. Я поставил себя на место человека, который инвестирует. Мы, большинство людей располагают небольшой суммой, ну, скажем, 30 тысяч рублей. Вот, и 30 тысяч рублей люди решили вложить, ну, скажем, в акции, да, вот, которые совсем еще ничего не знают. По 5 тысяч за сделку. 6 таких акций. Все, мы покупаем 6 таких акций. Всего сумма сделок 30 тысяч рублей. Средняя цена сделки 5 тысяч. Это примерно соответствует тому, что есть на московской бирже. Вот. И сколько денег мы заплатим. Значит, я разобрался с открытием, с Финамом. Ну, с Тиньковым понятно, там нетрудно разобраться. Я предполагаю, что, ну, например, на открытие я рекомендую модельный портфель. И для того, чтобы накопить на модельный портфель, надо накопить 70 тысяч. Вот я предполагаю, что мы начинаем, например, с 30 тысячами. И если мы 30 тысяч начинаем копить на открытие, то мы на тарифе универсальном заплатим 295 рублей за месяц. При этом на тарифе модельный портфель 204 рубля. Ну, модельный портфель, я не уверен, что откроют, хотя, в принципе, мне кажется, откроют. 204 рубля на тарифе модельный портфель. И тариф профессионал, тот, который у меня, 295 рублей, те же самые будет. Вот, теперь далее. Финам. Единый оптимум, я написал. Это, ну, один из наиболее распространенных тарифов у Финама, 424 рубля. Ну, видно, что это больше, чем у открытия, но, тем не менее, не так, чтобы намного, не страшно, в принципе. Тест-драйв – это то, что Финам даст вам в первый месяц. То есть тест-драйв – это тариф, который дается на один месяц всем начинающим, тем, кто только заключает договор. 182 рубля, почти в два раза ниже в Финаме, чем в открытии. Вот, но через месяц будет все хуже намного. Вот, а теперь дальше. Давайте посмотрим, что дальше. А у Тинькова мы при этом заплатили бы 189 рублей на тарифе инвестор, на тарифе трейдер – 599 рублей у Тинькова. Ну и вот здесь секретный брокер, 25 рублей мы бы заплатили, не скажу у кого. Вот, теперь далее. В следующем месяце мы докладываем, у нас сумма активов на счете становится, ну, предположим, мы доложили еще 10 тысяч рублей. Сумма активов на счете стала 40 тысяч рублей. И мы заключаем еще две сделки по 5 тысяч. В следующем месяце мы заплатим у открытия те же самые 295 рублей, в модельном портфеле 192 рубля и профессионал 295 рублей. Финам
259 рублей – это единый тариф, это ниже, чем у открытия. И есть такой режим автоследования у Финама. Что это такое? Это повторять сделки за кем-то. То есть, если вы, например, будете повторять мои сделки, я могу подключить автоследование, то вы заплатите намного больше – 459 рублей. Вот. И тариф консультационный. Вы делаете сделки самостоятельно, и вы за это платите 187 рублей за месяц. Это чуть больше, чем тест-драйв, но, в принципе, очень даже разумные деньги. У Тинькова вы заплатите при этом 129 рублей, у Тинькова Инвестор и Тиньков Трейдер 593 рубля. По-прежнему это лидирует Тиньков и консультационный Финам. Далее, еще месяц проходит. Мы вкладываем еще 10 тысяч рублей, у нас становится 50 тысяч рублей. И мы делаем те же самые две сделки, потому что мы доложили еще 10 тысяч рублей. Больше мы ничего не делаем. У открытия больше 50 тысяч рублей становится на счете. 15 рублей 70 копеек. Тариф универсальный. Тариф модельный портфель 195 рублей. Мы заплатим. И тариф профессионал 15 рублей 70 копеек. Те же самые, как и в универсальном тарифе. Уже становится все намного интереснее. Вот. Финам. Единый оптимум 259 рублей. Консультационный 187 рублей. Поэтому в Финаме все рекомендуют, в общем сказать, после тест-драйва переходить на тариф консультационный. Потому что с небольшими деньгами тариф консультационный вполне себе хороший и все еще лучше, чем модельный портфель, скажем, который 50 тысяч. Вот, что у Тинькова? У Тинькова те же самые 129 рублей, то есть Тиньков получается выгоднее, чем Финам, вот, и Тиньков Трейдер. Вот, ну, Сбербанк. Сбербанк попутал мне все карты, честно говоря, потому что вот здесь сейчас ноль стоит, потому что Сбербанк отменил вообще все комиссии до конца марта. То есть выгоднее платить, выгоднее копить деньги всего сейчас в Сбербанке, я вам по секрету скажу. Вот, до конца марта. Потом все будет намного хуже, потому что там, ну, пока было вот эта вот сумма, вместо нуля было бы 300 рублей примерно. Вот. Больше, чем 300 рублей. Но вот так. И секретный брокер, значит, 15 рублей, соответственно, примерно. Теперь дальше. 70 тысяч рублей, и мы уже можем перейти на тариф модельный портфель и спокойно уже наслаждаться жизнью, потому что модельный портфель есть одна кнопка, которую раз нажал, все, привести в соответствие, думать не надо, ничего не надо, никаких сделок. Вот, если вы хотите самостоятельно торговать, то, но вы знаете, что купить, то 15 рублей 70 копеек. 15 рублей 70 копеек в открытии. Тиньков 129 рублей, в 10 с лишним раз выше. Финам консультационный 187 рублей. Ну, секретный, так сказать, брокер, да, 15 рублей, ничего не попишешь. Вот. Дальше. Давайте посмотрим, что будет, когда у нас будет, ну, скажем, 200 тысяч рублей на счете. 200 тысяч рублей, ну, и, наверное, на 200 тысяч рублей мы что-то будем покупать, ну, скажем, 6 сделок. По 5 тысяч рублей, предположим, да нет, я думаю, что по 10 тысяч рублей у нас будет 6 сделок где-нибудь. Вот так вот за месяц. Посмотрите, тариф универсальный у открытия 44 рубля 20 копеек, профессионал те же самые. Вот, секретный брокер 40 рублей, и, в общем, открытие вырывается вперед, ну, сразу на порядок просто. Вот, есть брокеры не хуже открытия, вы видите, да, но у этих брокеров нет доступа к бирже СПБ и международному фондовому рынку, нету. Просто, что касается Альфа-Директ, я пока не очень разобрался.
Буду разбираться дальше. Вот, давайте посмотрим, что дальше. 400 тысяч. Смотрите, есть 400 тысяч, ну и, соответственно, ну, количество сделок там, ну, скажем, уже 6 сделок там, ну, по 50 тысяч рублей, например, да? Вот, ну, здесь уже немножечко увеличивается комиссия брокерская, незначительно. Вот, Финам консультационный, ну да, он как-то достаточно близко, но более-менее еще 400 тысяч рублей, тем не менее. Вот, Тиньков и тот, и другой уже сильно отстают, уже плохи становятся. Сбербанк, понятно. Ну, секретный брокер, да, как всегда, на высоте. Вот, теперь дальше. Это что касается, ну, у нас, скажем, ну, давайте еще миллион посмотрим. Вот, то есть в районе миллиона. Вот, и количество сделок, ну, пусть будет там 10, например, да, сделок. На фондовом рынке мы инвесторы, мы ничего особенного не делаем, мы немножечко там переформатируем свой портфель время от времени. Вот, посмотрите. Ну, 295 рублей какие-то жалкие. Вот, в открытии на основных тарифах на модельном портфеле 3895 рублей при таком количестве сделок. Честно говоря, такого количества сделок не бывает. Сейчас я покажу, что бывает обычно у открытия. Вот, ну, соответственно, Финам, ну, в общем, сопоставимо. Сопоставимо. Тест-драйв не смотрите, сопоставимо. Режим автоследования – это то, что предлагает Финам, это следовать уже за кем-то из брокеров. Тут уже совсем другое немножечко. Вот. Тиньков уже за 1600, за 1000 переваливает. В общем, уже не катит Тиньков для богатых инвесторов. Вот. Ну, соответственно, для богатых инвесторов подходят другие брокеры. В частности, ну, больше всего открытие, но Финам тоже еще все еще ничего. Модельный портфель. Я говорил, что в модельном портфеле сделки бывают там, ну, 2-3 сделки, это переформатирование портфеля, и обычно там сделки, ну, такие, раз в 3 месяца в последнее время. То есть вот сделок нет вообще, смотрим, посмотрите, нет сделок. Модельный портфель 3610 рублей в настоящее время. Почему? Потому что за это приходится платить там 3% годовых. Вот. Единый оптимум 177 рублей. Это минимальная цена, если просто ничего нет сделок, но заведение счета Финам берет всегда единый оптимум. Вот. И, соответственно, консультационный 0 рублей там нет. Минимально, ну, сказать, нет ежемесячного платежа. Автоследование, процент есть. Как правило, 6% от суммы активов. У модельного портфеля 3% от суммы активов. Вот. Ну, соответственно, что такое 10 рублей? Вот, здесь 10 рублей я не знаю. Ну, у этого брокера не уверен, что они есть, вот, потому что там, ну, я еще не до конца довел. Что такое 10 рублей у открытия? Это депозитарное обслуживание. Депозитарное обслуживание у открытия берется каждый месяц, независимо от того, были сделки или нет. А вот у Финама берется 177 рублей, но только в том месяце, когда были сделки. Для справки, у Сбербанка та же самая сумма была 149 рублей. У Финама 177, у Сбербанка 149. И ежемесячно тоже Сбербанк брал еще 149 рублей. Таким образом, у Сбербанка 300 рублей в месяц в среднем было всегда. Вот, что я хочу сказать здесь. Какие выводы? Я долго думаю, а что же за выводы такие? Модельный портфель неинтересен. Получается. Но, с другой стороны, модельный портфель, вот эта доходность, которую я говорил, которую он давал, там 30% годовых, 20% годовых, что это такое? А это
доходность, которая посчитана с учетом всех комиссий. То есть комиссии вот в эту доходность уже учтены, они вычтены там. Доходность. Вот такая доходность у модельного портфеля. За вычетом всех комиссий. 36% годовых первый год, там 2016, потом 24%. Следующий год, ну где-то прошедший год, я вам скажу, за год было где-то 12% годовых. Вот. Что еще могу сказать? Режим автоследования, когда вы за кем-то следуете, то, в общем, тоже вы платите, но там тоже очень хорошо, там тоже доходность уже с учетом комиссий посчитана. Вот в чем дело. О чем это говорит? Это говорит о том, что если вы хотите, я так задумался, думаю, что ж такое-то, а? Такие невыгодные тарифы получаются, много приходится платить, а... Мало платить, это надо тариф универсальный. С другой стороны, я подумал, ну да, конечно, а как иначе? Если вы не хотите самостоятельно торговать, то вы доверяете принятие решения во многом профессионалам, то есть модельный портфель, вы следуете стратегии, которые рекомендует брокер. Здесь единый оптимум, вы самостоятельно торгуете, автоследование вы выбираете управляющего, за которым вы совершаете сделки, консультационный вы регулярно получаете каждый день торговые идеи от Финама. Вы сами самостоятельно принимаете решение, сделать их или нет. И что такое консультационный? Опять же, надо уметь совершать сделки. Какие выводы? Я сначала... такой загрустил, думаю, как же так, мой любимый модельный портфель такой дорогой по сравнению с тарифом универсальный, с тарифами другими и так далее. Я думаю, как же, так сказать, там я рекомендую, а он такой дорогой. Но с другой стороны, для того, чтобы пользоваться очень выгодными тарифами у других брокеров, или очень выгодными тарифами у открытия, например, да, или у того же Финама, или у любого, у Сбербанка. У Сбербанка элементарно. Для того, чтобы пользоваться очень выгодными тарифами, вы должны уметь самостоятельно совершать сделки. А самостоятельно совершать сделки как можно? Только установив биржевой терминал Quick, только освоив всю эту технологию. Поэтому, друзья мои, у вас нет другого выхода просто, как купить курс «Биржа для чайников» и освоить это дело, эту премудрость. Да, это сложно, да, это там, но это надо сделать один раз, посмотрите, сколько денег вы сэкономите. Друзья мои, учитесь самостоятельно торговать. Биржа для чайников. Ссылочку сейчас вы видите. Вот. Что еще могу сказать? Буду продолжать. Те, кто уже умеет торговать, они знают преимущества фондового рынка. И выхода нет на самом деле. Можно положить на депозит, конечно, деньги, не разбираться ни в чем в этом, но там они не принесут никакого дохода. Поэтому эту науку осваивать надо. Ссылку вы видите. На сегодня все. С вами был Демятков Юрий. До встречи.